Друзья, всем огромный привет! Сегодня, как и обещал, буду запитывать электричеством дом. И как раз хочу показать вам, как я это буду делать. Погнали! Ну что ж, друзья, а перед тем, как начать отделку, хочу рассказать вам, что я побывал на рыбалке. Наконец-то я прокатился по Волге на своей лодке. Я решил посетить несколько точек и попробовать поймать полосатого разбойника. Хочу признаться, что в этот сезон у меня очень мало летней рыбалки. Я поставил себе цель сделать максимально большую часть дома. И как всегда в жизни приходится чем-то жертвовать. Ну ничего, надеюсь, что осенью будет побольше свободного времени, плюс впереди зимний сезон. Уж там я точно оторвусь. Ну а по приезду я занялся проводкой. Мне нужно было вклиниться в электросеть, которая есть у меня в маленьком дачном домике, и от нее запитать большой дом. Для этого я купил провод 4-го сечения около 35 метров, черную гофру, чтобы на солнце ультрафиолет не разрушил оплетку провода. Так, друзья, первый этап готов. Сейчас надо будет протягивать сначала провод. Потом все соединять. А для этого надо сейчас лестницу поднимать. Так, сейчас трос надо закрепить. Трос я купил 4 миллиметра и в силиконовой оплетке. Сейчас хомутами прикрепляю гофре и натягиваем с вами. Вот и все, друзья, провод протянут. Сейчас надо мне будет залезть внутрь, на чердак нового дома, и протянуть туда, вот до сюда, провод и войти с потолка. Здесь получилось у меня, видите, я на такую штуку, которая утягивает еще. Ее закрутил до максимума, и он прям натянулся хорошо. Это остаток можно или откусить, или хомутами тоже прикрепить. И вот так вот провод вдоль крыши пройдет. Здесь опустится и зайдет щиток. Нашел я эту дырку. Фух. Давай, друзья. На чердаке, конечно, жесть. Очень жарко, солнце вышло. Но вот открыл дверь, и ветерочек тянет. А так вы видите, да? Вспоминаю, как я в старом доме это делал. Утеплял. Это, конечно, жесть. А так, как вы видите, вот вам покажу.
Все сухо, все чисто. Сибдом вот этим славится, что здесь, пожалуйста, можно хранить какие-нибудь пивоматериалы, еще что-нибудь. По идее, тут вообще сухота просто отличная. Включаю здесь. И идем смотреть. В общем, вот воткнул пылесос во временную розетку. Этот провод, который я ввел, пока удлиненный он. И временная розетка здесь будет. И проверяем, друзья. Все. Можно сказать, что свет в доме есть. Вообще отлично. Мне нравится, как получилось. На тросе этот провод висит. Линию, как вы знаете, на дачу выделяет 5 киловатт, и от этого никуда не деться. Поэтому я вклинился туда, в старый домик. Наконец-то мы стали есть свои помидоры. И подошло время для уборки чеснока. Также поспели наши первые абрикосы. Ну а это мои самые любимые помидоры Дебарау. Слива тоже уже успела поспеть. Ну а тем временем мы стали ужинать вкуснейшим шашлыком. Свет я провел. И теперь надо будет собирать щиток. Расскажу вам историю, как я это делал сам. Я нашел сайт с бесплатной сборкой, где можно нарисовать схему, чтобы потом в дальнейшем было понятно. Сейчас появится моя схема, которую я собирал сам. Ну и в описании под видео оставлю ссылку на этот сайт, где я этим как раз занимался. Ну и давайте сейчас я вам покажу свой щиток. Я автомат уже расставил. В общем, вот в одной автомат идет. Это предохранительный модуль. Если будет скачок электричества, то он вырубит свет. Это первое УЗО на группу розеток. Это DIV-автомат. DIV-автомат – это сочетание автомата и УЗО в одном корпусе. Это идет отдельный DIV-автомат на бойлер. Это идет УЗО еще на одну группу розеток. Небольшое тоже УЗО на одну группу розеток идет. Еще одно УЗО на свет. И еще один DIV-автомат. Вроде бы как на свет не ставят УЗОшки, но я решил все-таки это сделать, чтобы все будет по группам идти. В общем, вот так вот. Основные параметры, как собирать щиток. Надо, чтобы УЗО всегда было номиналом таким. В общем, сумма автоматов, подсоединенных к УЗО, была меньше, чем его номинал. То есть, поэтому у меня так распределено. 63 ампера идет УЗО и 3 по 16 автомата. И здесь также. Вот. Ну, а здесь 40-ку поставил, и вот они 40 идут под свет. Десятки я использовал под свет, 16 я использовал под розетки. Где-то идет отдельная розетка у меня, как я вам уже рассказывал, где-то группа розеток по комнатам. Вот сейчас буду все это дело соединять. Соединять буду, специально купил вот такой вот провод. Им обычно пользуются электрики, я забыл, как он называется. Шестерка, это сечение 6. Так, и там их очень много идет, но у меня есть такие штучки, которые их будут скреплять, и я уже буду сюда все это дело вставлять. То есть начну я сейчас вот отсюда, потому что сюда войдет входящая электрика. Сюда будет выходить мой провод, и буду постепенно вот это все соединять. Нули также буду соединять, и заземление. Заземление в дальнейшем уже буду тоже использовать. Купил комплект, в дальнейшем вам тоже покажу. Купил, друзья, вот такую штуку. Это шарик, огнетушитель, который реагирует на пламя.
Вот. Сейчас с вами распечатаем, покажу. Вот так он выглядит. Специальная подставка в комплекте идет, которая на саморезы крепится. Называется вот AFO AutoFire. AutoFire OFF. То есть он реагирует только на открытый огонь. Соответственно, щиток — это самое такое опасное место идет в доме по электричеству. Если что-то и случится, то, надеюсь, не понадобится, но если что, он должен сработать. Именно вот эту модель, ссылку оставлю, кстати, в описании, купил я на Яндекс.Маркете. Этот шарик, этого хватает на 4 квадратных метра, если не ошибаюсь. Вот, чтобы полностью погасить пламя. И как раз-таки реагирует он только на открытый огонь, то есть на температуру он не реагирует. Срок годности у данной модели 5 лет, хватит на приличное количество времени. Я думаю, вот где-то тут я его сделаю, потом уже обыграю, как это лучше сделать, и будет он у меня вот так вот висеть. Если что, полнейшая сразу сработка будет. Так что ссылку оставлю в описании. Если кому-то будет интересна такая штука, то ознакомьтесь. Делать это можно, в принципе, сидя. Я все модули снял. И сейчас просто здесь буду сидеть и спокойно соединять. А потом эту рейку уже с автоматами подсоединю туда-обратно в щиток. Берем группу автоматов. Ставим ее сюда пока. И начинаем соединять. Для этого нужно что сделать? Правильно, сейчас измерить вот так вот один провод. Красный — это будет у меня фаза, синий — это ноль. Это будет более, так скажем, понятно. А там уже какие останутся, потому что тут не все надо подсоединять. И потом обжимаю обязательно. С нескольких сторон. Все, и получается вот такая штучка. С ней ничего не будет. Сейчас вот такие и буду делать, друзья. Наступила самая ответственная и кропотливая работа. Нужно было качественно соединить все автоматы. Итак, автомат за автоматом я соединял все проводом. Ну а потом наступило время собирать щиток. Провода все, как я рассказывал, у меня были подписаны. И я стал потихонечку их оголять и аккуратно стяжками скреплять, чтобы это смотрелось более презентабельно. И вот постепенно щиток стал приобретать тот вид, который я и планировал. Кто-то скажет, что слишком много автоматов, кто-то скажет, что слишком мало автоматов. Я для себя выбрал оптимальную схему. Ну что ж, друзья, все, давайте проверять. Все запитано, все готово. Включаем. Реле напряжения начало работать. Там я посмотрел, все настройки у него по умолчанию меня полностью устраивают. Там взяты усредненные значения. Скачок до 280 будет сразу полностью выключаться. Скачок до 250 будет перезагрузка идти. И ниже также. Ниже 160 врубается, ниже 180 перезагрузка. Но для приборов в основном страшный скачок вверх, а не вниз. Поэтому самое главное, чтобы не скакало вверх, и от этого предохранение идет. По розеткам я сейчас большую часть буду перематывать изолентой, чтобы голых проводов не было. Ну вот сейчас подключил свет в двух комнатах. Давайте с вами проверим. Вот у меня идет свет в гостиной и в спальне. Сейчас с вами проверим. Ну и вот он, свет. Наконец-то в доме свет. С ума сойти просто. Так, и здесь. И вот он, значит, тоже свет.
Даже поверить невозможно, что я сам сделал свет. Надеюсь, будет все хорошо работать. Первой темнотой появление света в доме его кардинально преобразило. Он будто бы ожил, потому что внутри уже есть тот самый волшебный и нужный всем свет. Ну что ж, друзья, на этом я с вами попрощаюсь. Встретимся на даче. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще больше работы. Всем пока.